закрою. Двери закроешь. Что-то, блин. Ну, да, я дверь включу.
Наркоман. Это реально, я вот пробовал. Да ты мне жрать не дай, да мне пофиг, понимаешь? Я даже, честно говоря, не огорчусь. Но не дай мне с утра кофе и сигареты летать, да я убью кого-то. Да. Стань ах, я к тому. А, не курила, да? Ну, из-за того, что не курила, получается. Ну, я же тебе говорила, что ну, я встала, если кофе нету, ну, это жесть. А еще поехала к Оле, блин, и там, короче, все, мозг, блядь, вообще не соображает. Я сижу, у меня аж, блядь, аж ноги, блин, крутит. Здравствуйте. Хотел спросить, можно вообще там наушники запаять? Думаю, да. Будьте, ну, все. Просто тут припаять один и все. А, хорошо. Ложи. Ставь. Да.
Жень. Да, да. А ты до скольки будешь сегодня? Там до 6 где-то. Я звоню, надо сразу брать трубку с первого звонка. Фу, блядь. А он никогда, это если он возьмет, блядь, с 15-го гудка, то это ооо, класс, как быстро взял трубку. Человек занят, ну что ты? Да он и мне орет, я работаю, я занят, работаю. А ты так позвонила, чтобы сказать ему, ну и работай, да и бросаешь трубку. Я ж по делам, блядь, вообще-то, я, ты знаешь, у меня такого нету никогда, позвонить, спросить, как дела, или, блядь, мур-мур. Я реально звоню, если звоню, то по делам только. Ну, видишь. Ну да. Что ты звонишь, когда я работаю? Давай ему так же самое. Надо брать тогда, когда я звоню, а не когда ты звонишь, когда тебе надо.